Итак, уже сутки по сети гуляет видео с твоим голым Рамоной. Вопрос первый. Ждал, что так завирусится и будет набирать столько просмотров? Оно не вторые сутки, уже давно крутится. Ну, сейчас ролик просто, который именно там 3 миллиона уже. Да, но до этого тоже появлялось в сети. На самом деле я никогда это не зашел. А в том моменте, когда забивал, сразу решил, что так будешь бить? Я или... специально уходил по отдых. Кто-то именно вдохновлял или... Было желание так сделать заранее. И повезло с моментом, то, что счет совпадал, можно было выполнить этот маневр, и я подошел. Может, в чем-то исполнении тебе запомнился именно такой удар, и кому-то таким образом хотел ответить? Нет, я никого не равнялся, ни за кем не замечал, не повторял за кем-то. Я сам решил для себя, и на тренировках это уже не впервые было, да. И я решил, то, что уже пора переноситься в игру, и совпал момент, и матч, и я получил сделать это. Было принципиально именно, чтобы матч с таким соперником забивать? Нет, без разницы, с каким соперником забивать. У меня самое главное, чтобы была возможность. Не в каждом матче может выпустить такая возможность, такой момент, такое время, такое расстояние от защитника. И за счет этих факторов я пошел и выполнил.